Так, ну что, всем привет, ребята. Вот мы подошли к этому Дублинскому зоопарку. Ребята, самый старый в Европе зоопарк. Основан в 1831 году. Я в шорохе. Продают эти игрушки, жирафы, все дела. Вот видите, история. Вот проходная. Сейчас будем покупать билетики и идти. Ага. Такие вот, гляньте, игрушечки продают тут. Вообще класс. Так, ну что, ладно, давайте. Это так, быстренько я вам показал, что тут и как. Дальше сейчас будем заходить, и там уже покажу все остальное. Все. Так, вот все, касса. Оплатили билетики. Вот здесь, видите. Если заранее заказывать дешевле, будет на 15%. Так, нам вышло на троих. Сколько вышло на троих? 67.50. Да, да. Ага, вот, да. 57.50 на троих. Так, ну что, пойдемте проходить. Так, ну что, мы зашли. Вот карта прекрасного зоопарка. Вот карта зоопарка. Так, вот аппарат, вот такой аппаратус, да? Где мы получим монетку. То есть именную, типа, да, фирменную. Крутишь ты вот рычаг. Надо евро и 5 центов. Сейчас мы вот ищем, найдем и будем крутить, вертеть шар голубой. Жирафа, так, да? Жирафа мы хотим. Так, крутим колесо фортуны. Так, 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 крутим, 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 крутим. Оп, еще, 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 еще. Оп, сейчас жираф, жирафчик. Есть, все, жираф. Так, теперь давайте закидываем монету. Сейчас. Конечно. Давай. Да. Так, засовываем в этот почтомат. Ага, и вот туда всовываю так, вот, раз. Сюда. Да, кидаем. Сюда. Евро. Да. И 5 центов. 5 центов сразу. Да, все, закрывайте. Все. Все, крутите. А да, вон, он что-то там разрабатывает. Что-то разрабатывает, делает? Ну, из 5 центов делается эта штука. А, из 5 центов делается. Опа! Вот, забирай. А ну-ка, покажи. Вау! А ну, дай поближе. Вот вам, пожалуйста, из 5 центов мы сделали именного жирафа. Сзади покажи. Вау. Ага, а ну дай мне. Всего лишь из 5 центов? Да, то есть мы расплюснули его, получается. Смотрите, класс, жираф. Дублин Зу. Вообще класс. Прикольная именная вещь. Всем советую оставить себе на память, сделать такую фишку. Держи, сынок, на. Ты хотел Спасибо. Жирафа, получил жирафа. Погнали дальше, полетели. Так, вот вначале такое вот озеро. Тут чайки, уточки. Короче, плавает дичь. Вот так вот. Такая тут обстановочка. Народу много. Все идут вон туда. То есть бесплатный туалет. Все по классике жанра. Так, вот там никого не видно, какие-то коряги. Сейчас будем продвигаться дальше. Продолжение. Вот наш красавец, красавчик или красавица, не знаю. Такое объемное. Обезьянка сидит, отдыхает. Ждем от нее каких-то действий. Вон чайки, видите, тоже ждут. Сидят на позиции. Ожидание чуда. Еще раз, это обезьяний остров. Тут обезьянки живут, веселятся, прыгают. Ладно, погнали дальше. Ждать с моря погоды мы не будем, терять время как бы. Идем дальше. Вон там что-то у нас. Так, здесь у нас что-то интересное, да? Опа. А, территорию бегают. А, точно. Как это называется? Я понял. Они как эти, как его, ну, охранники. Туда-сюда, туда-сюда. Но они свою территорию помеченную, типа, ходят, чтобы никто ничего. Да, Ляня, Анатолий, ты угадала. Ляня, туда-сюда, они... да. В одну, в другую сторону. Опа, понюхал что-то, чтобы никто.
Ну охранники как, ну разведчики, если это не разведчики, это охрана, которая бегает, охраняет свою территорию. То есть. Прикольно, да, ты разгадала загадку этих прекрасных лисичек, сестричек. Полетели дальше. Так, вот информация про них. Про них информейшн. Идем дальше. Вон, смотрите. Львы, львицы лежат, отдыхают. Вон, да. Огонь огромный. Мы его приблизим. Вот такие вот львицы лежат, отдыхают. Вон тигр. Они все туда пошли. Тигр. Вау. А блин, они секунду проходят, я не успеваю даже заснять. Тайгер. Вот. Вон. А ты что там, махина? Махина, он дефилирует. Это он или она не дефилирует, то есть как модель. Кусочек оп увидели и все, и хватит. Вот, такой вот тайгер здесь. Вообще система всего зоопарка, это безопасность. То есть это не как у нас, да, я был в киевском зоопарке, это там где, то есть вообще заграждение просто, да. Ну, легенькие, да, такие высокие, без стекол. Тут все сделано так, чтобы меньше волновать животных. То есть, получается, безопасность, кажется, превыше всего. Вот и все, я так скажу. Так, здесь вот эти приматы, короче, где они? Обратно концепт, видите, да? Их не видно, непонятно, где они. Может, они спят все дома? Где? Я не вижу никого там. Это обман. Короче, непонятно. Тут что? Что маленький повзрослел. Как тебе? Король обезьян с веточкой. Оп. Зеленая такой. Ага. Опа, полез маленький. Опа. Та ты шо, ля, там какой красавчик. Сзади меня. Опа, взял что-то. А что он хавает? Сыр тут что валяется? Это как я называю? Такой сыр валяется? Это не сыр. Да, пошел. А вон вверху да не хавает, листья кидает. Вверху, да. Хавает. А ты вот! О, мой гонец! Ну там мало. Смотри, там еще пауза. Ага. Там они на острове, блядь, обезьяне остров. Ты шо? Ага, оп. Это ананас. А, ананас, я думал, это сыр. Оп, Лёнь, какой маленький. Ну что ты? Опа! Ты что? Ты видал? Что сделал? Я так сделал. Да ты дотронулся. Он все, сел хавать, Лёня. Отсвечивает. Обезьяний остров, смотрите. Вот это их не вольер был до этого, я снимал, а это вот они все там вот. Они могут, видите, по дереву вот. Оп, перебраться туда, и там вот они тусуются, хавают, дружат, влюбляются, размножаются. То есть все прелести жизни у них там. Отлично. Прикольные обезьянки. Это Asian Forest. Что-то... Оп. Погнала. Все, вон, ля, их куча, вон, с той стороны, вон. Вон, поверните голову. Идут, они бегают туда-сюда. Это похоже на лису, да, на Фокс. Фокс Ньюс. Оп, Лёнь маленький. Сюда идите. Тебя покормлю. Лё. Ты это повеселее уже, видите. Пока мы львы и тигры не захотели нам показаться. Вот лисички, сестрички, да, вот видишь, да. Их видно, видишь, они мотаются, что-то суетятся. Суету наводят, короче. Хавать может хотят. Глянь, что они туда-сюда, как бы, но протаптывают дорожку. Куда мы идем, что будем смотреть. Есть везде, как говорится, знаки, показывающие, что где, в какую сторону находится. Чтобы не потеряться,
Ух, там лянь для этих. Это тоже, наверное, для каких-то приматов. Какие огромные ленты. Деревья с канатами, чтобы они там игрались. Так, а ну-ка, идем, идем. Да, шимпанзе, походу. Орангутаны. О, орангутаны, видишь, для них сделали вот эту движуху. Видите, как всегда так. Ну, понятное дело. Где орангутанчики? Где вы, мои маленькие? Видите? Хавает. Оп-оп-оп. Хоботок. Оп, оторвал, погнал. Прикольно. Оп-оп-оп-оп-оп, видно. Мы видим тебя. Тебя скрывает, тебя снимает скрытая камера. Глянь, какой чавкает там. Прикольный тип. Вот, глянь, а я ж думаю, все, глянь. Орангутанчик, наверное, такой. Да ты шум, махина. Короче, еще ты что там? Кто, да. Такие орангутанчики, но кушают. Вон им шкурочки дают. Какую-то еще зелень. Вон они, опа, приблизим. Да ты шо, глянь. Чисто бароны. Оп-оп, ля-ля. На руках чисто. Видите, какие руки там у них мощные, сильные, накачанные. И вот у них вот такие вот тарзаночки есть. Короче, у них нормальный движ. Да не прячутся ли от нас? Ну, блин, выйдите еще. Опа-опа, промазали. Да? Кидает, видите? Работник зоопарка кормит их, кидает, но что-то не долетает. Он много уточкам достается. Хавки. Опа. Что, пошли туда подальше, там лучше будет видно. Подходи, не бойся. Один украл другого. Один украл большого, это злодей. Так ты что, злодей. Он, короче, маленький украл огромный кусочек мандарина. Да? А большой тебе. Опа, да, там у него какая физиономия. Так ты что. Да. Оп-оп, ля, там важный такой. Оп, ага. Ля там. Вот этот, конечно, мощный посередине, что. Это такой босс. Ну, босс, лянь, бигпан. Крестный отец. Ля там, он хавает. Оп, ля-ля-ля. Забрал, говорит, нет, я не дам. Говорит, дай, нет. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Знаешь, что я нечаянно упал в воду? Он, наверное, умеет плавать, я не знаю. Да, вот этот здоровый вообще класс. А этот мелкий украл у большого. Да. Ну да, и уточки тут везде суетятся. Людей куча, конечно, просто. Все облеплено. Оп-оп-оп-оп, разбираться. Леща сейчас даст. Отцовского. Иди сюда. Так руки-то мощнейшие просто, прикинь, всю жизнь на руках ходить. Там чисто руки-ноги, ну. У них наоборот все, короче. Понял, у них все наоборот. У них руки это ноги, ноги это руки. Оп-оп-оп-оп. Прячется, да, опа, что он хочет? Ля, куда он? А, вон, мандарин. А, мандарин, ля, опся, сюда. Да, ты что, красавчик. А я думал, он там что-то разбирается. Оп-оп-оп-оп, красавчик, правильно. Ну а что добру пропадать? Красавчик, молодец. Аплодисменты ему. Что, да? Он сейчас, опа, он сейчас глянет кубышечку. Оп. От них втихаря, ля, лёг. Ты что? Жизнь is beautiful. Может, на нас. Ну что такое, да, неплохое. Но ему нравится. Он вообще, он, у него жизнь, в жизни все хорошо. Не бывает хорошо, он понимает. Здесь вороны там.
Ага, еще и ворона хочет тоже себе что-то. Все, он туда заховали Погнал. Так ты шо, ляс. Акробат, ну, гимнаст. Да ну ты шо, это у него, ну. Второй за ним, сразу следом. We can set them off together to encourage the group to split up and do things separately, or we can set them off one or two at a time and it encourages them to utilize the island and actually move around at different times As well as that, in terms of the habitat design, if you have a look, there's a lot of different vegetation out here. A lot of that is planted with especially the orangutans and both the gibbons and mice. You have to be very careful of what's toxic and what's not, because the guys are actually happy to ingest some of the vegetation. As well as that, irritation, skin and eye irritation, stuff like that, we have to be very aware of. Even down to the species of grasses planted specifically here for these guys. Король обезьян. Все, он залез на самую высокую точку, сказал, все, ребята, давайте, до свидания. Лезет дальше, выше. Затихарился какой-то. Вон, он что-то двигается, он не прыгает, там что-то скачет. Вот видите, обратно у них везде так. Озеро, то есть контакт с водой. У животных, то есть это очень. Во-во-во-во-во! Ой-ой-ой, куда он падает? Да ты шо, маленький? Фу. А шо они творят? Ля, не падает просто, ля, он просто падает. Свободное падение, ну. Типа такого, ну ты видел, он просто падает, типа, ну, упаду да упаду, ну как бы пофигу. Страховки у них нету, то понятное дело. Это лемуры какие-то, да, короче, какие-то маленькие обезьянки, вон, видите? Приблизим, давайте, вот. Что-то там кричат, кряхтят. Короче, движуха у них здесь конкретная. Оп, вон, вышел, вон он. Маленький, оп, погнал, куда ты? Второй, лянь, их двое уже. Оп, что они там? На, лянь, он ему дал. Все, пошла жара. Все, ребята, рестлинг пошел. UFC отдыхает. Конор Макгрегор. Все, все здесь. А ты что? Улитка засохла. А ну он что-то спит, приуныл, малеха. Да, красиво, классно. И добрый зоопарк. Больше сделан акцент на животных. Не на посетителей, как в других, да. А чтобы было комфортно животным. Животным вообще класс. Идем. Пошли дальше. Идем дальше. Видите, вот этих вольерчиках вот теплых. Оп, он думает, что там, дождь на улице. Не, я не пойду, короче, все, ребята, я буду здесь. Оп, погнал. Да ты что, все, они поехали. Все убежали. А что, их нету больше, да? Убежали, разбежали. Вон один сидит. Один затихарил, а вон он, да, один. Где ты? Вот он. А, вот он, так. Блин, отсвечивает, ничего не видно, короче. Короче, сидит и тут камывает. Да, дерутся, походу. Короче, тут разборки в Бронксе, ребята. Серьезное движение. Лемуры это. Маленькие лемуры. Снимай, папа. Где они? Во, опа. Вот смотри, там еще двое. Вот смотри, забежал. Ага, разборка. Да. Да ты что, тут такие, целый экшен, блокбастер, ребята, с этими лемурами. Оп, погнал. Оп. Тихо, что-то будет. Что-то. Рычал? Так это какой-то злодей, ну, оп. А хавка, видишь, у них там, то есть ему надо подняться. Чтобы взять этот брокколь, чи капусту, чи что это такое. Оп. Сюда иди. Ля, так у них хвост такой, да? Хвост хороший. Вот такие вот тут лемурчики. Вот здесь еще один. Ага. Вот там. Сидит там он. В
такого у вас? Какие-то, да, какие-то волки, короче, волчки. Смотрите, какие косточки, да, смотрите, кушают маленькие. Оп-оп, вот еще один ходит. Что-то стая тут волков. Один закопался, как собака, и спит. Другой ходит, бродит. Здесь концепт такой, тут надо, как говорится, чтобы тебе фартануло в этом зоопарке, потому что ты можешь прийти и будет никого не видно. Они там устали или спят. Никто специально животных не будет тормошить, чтобы они там вам показались, да, как в цирке. Тут ты ждешь, как в дикой природе, типа вот эффект ожидания, понимаете? То есть, опа, вон он спит, видите? Милашка, знаете, оп, такой, приблизил. Вольф, да? Так, смотрите, мы заходим в клетку, я в шоке. То есть мы становимся уже животными. Заходим в клетку. Кто-кто? Яйцо какое-то? Пошлите, тут фламинго, короче. Какие-то яйца тут, я не пойму. Омлет сейчас будем делать. А ну-ка, пошли смотреть. Яичный провиз. Везде лендозаторы эти, как его. То есть санитайзеры, да, как бы, но... Ага. Яички он какие-то. То есть этого, как его, получается. Называется песня, помню, такая? Розовый фламинго, дитя заката. Смотрите, какой тут соорудили сетку вверху, видите, целую конструкцию, чтобы они не улетели, эти прекрасные. Опа, водичку распрыскивают. То есть вот их не... Кажется, вон они сидят всей толпой, всем этим, как его, бригадой. Потому что они какие-то унылые. Может, не проснулись. Понятно. Так бы, да, если бы они тут ходили, было бы эпично. Розовые фламинго. Огромные лопухи, ребята. Видите, как экзотический вид. Ля там лопушиня просто. У нас такого добра бесплатно просто, ну, в Украине куча. Так, вот их лучше видно. Розовый фламинго, дитя заката, ну. Оп-оп, что-то там шевелятся, расчехляются. То есть им просто нужно кофе налить, кофейку, чтобы именно, ну, немножко поднять им. Немножко с утра их, как говорится, ну, раздуплить. Потому что-то они еще сонные. Ну, кофеинчику им. Как-то так. Идем дальше. Так, идем. Кто у нас тут? Морские котики. Где вы? Где они? А, вот они лежат, две воблы. Три воблочки, я понял. Как говорится, хобот набили и отдыхают, да? Понятненько. Молодцы, молодцы. Где он? А, вон он кувыркается там что-то. Что-то кувырк. А как они туда пошли, тем, видишь, люди? А, вниз спускаться, пойдем туда. Опа, там что-то рычит, слышишь? Рычат что-то там, они недовольные. Недовольны, что рычат. Оп. Опа, слышали? Подают голос. Говорят, Руслан, иди к нам. Будешь пятым или каким-то. Да ты что, Лень, там делаешь? Огромный, да? Это загадочный.
Это пингвины Мадагаскар на связи. Только эти пингвинчики тоже, как и пингвины из Мадагаскара, любят тепло, как видите. Вот у них пальмы тут, все дела. То есть у них тут не Антарктида. А ну-ка, пошли туда дальше, посмотрим. Ого, пингвинчики, да? Пингвинчики. Идем к пингвинчикам, идем. Опа, это что у нас, чайки? Ты что? Ну, глянь, какой малой. Что смотрит там? Что-то... А, вот это, наверное, она за мной следила. Ребята, смотрите, какая. Что это за чудище морское? Ну, вот пингвинчики, как вы видите. Такие вот маленькие, скромные пингвинчики. Одноногий Джек чисто, ну, на одной, ну, ходуля стоит. Оп. Ты шо? Одноногий пират. Такое, наверное, озерцо такое. Короче, у пингвинов гостит маленький, пингвинчики, видите? Припарковался, ну, одноногий. Так, здесь живет снежный леопард. Видите, у них вот такие вот пещеры, бункеры, они там обитают. Ховаются. Сейчас не видно никого. Видите, весь народ стоит в ожидании. Вот в чем фишка зоопарка. Ты ждешь, ты чекаешь, ты ожидаешь на чудо. Если его нету, ты идешь просто дальше. Потом возвращаешься. Ну, пока их нету, я не вижу. Вон, пожалуйста, вам снежный, ну, леопард. Видел? Они небольшие. Короче, что-то они необщительные. Все лежат, наелись или что, не знаю. Видите, в таких вот пещерки у них ручейки. Вообще полное присутствие природы у них в вольере. Он полезла, прикинь. Красная панда. Red panda. Да, полезла, прикинь, прямо над нами. То есть вот дерево, оно ничем не загорожено. И эта панда красная может... Да, вон, полезла. Оп. Ля-ля-ля, куда? И что это такое? И что это будет? Ого! Вау, вот глянь, какой гуманоид. Да ты что, глянь, какой он мягенький. Иди сюда, иди ко мне домой. Ля, вот такого. Опа, хавает что-то там, какую-то травинку. Класс. Ой-ой-ой. Ля. Класс, ля какой вообще. Ля, оп, потихонечку, не спеша, размеренно. Мы никуда не спешим. Вся жизнь впереди. Оп, ля, аккуратненько. Опа, он это слезает он, ля. Все, слезает с дерева он. Он полез туда. Другой он спит. Тоже на дереве отдыхает. Ну, его самый общительный. Оп. Что-то ищет, выискивает, вынюхивает, короче. Прикольные, пушистенькие. Опа. Бля, чем-то лицо на енота даже похоже, заметь. Оп. Ля-ля, оп. Опа. Да ты шо, ля там. Ля, погнал, за ним. Оп, тут на дерево, да, ля, петлять. Оп, спрятался. А тот не захотел, он выглядывает морда, не захотел, говорит, а не, дружище. Ползи ты сам туда повыше, мне здесь хорошо, оп. Да, красивая. Угу. О, ля, над нами прям, за. Смотри. Да ты шо? Прикольная. Ага. Два. Оп. Не, ля, это этот гоняет, да. Ля, он гоняет того, гоняет, лянь. Нет, третий он спит на дереве, он не вылазит.
Ля-ля-ля-ля. Это хорошая, которая отжимает. Активные такие. Что он делает? Стрит. Ага. Танец. А, я понял, в чем проблема. Видно, один это он, а другой это она, короче. И другой бегает. Типа мальчик хочет тамбол сделать. А вон еще их куча. Ля, шо он, ля? Да ты шо, ля, он тип какой. Короче, африканские, как говорится. Африканские. Тематика, мы этого ждали. Жирафов. Носорога. Он сын бежит. Очень хотели видеть жирафов, просто нереально. Идем, идем к мечте. Бежим. О, вот это да! Ребята, мечта сбылась. Он увидел жирафа. О, я офигел, я сам аж офигел. Ты шо? Вон они все рядом. Да. Зебра. Да ты шо, жирафы. Какие они крутые. Ну шо, как тебе, ляньи? Ноги не огромные. Ребята, да, жирафы это кайф. Это крутые. Да. Шо? Большие, длинные, да, ля, у них целая стая. Вон там еще дальше ж, лянь, эти зебры еще дальше. Зебры еще какие-то с рогами. Типы. Зебрушка, лянь, какая-то. Да, конечно, сейчас. Да, ля, их там табун. Так они прям могут близко подойти, блин. Ты шо? Класс. Это, знаете, как мультики Мадагаскар. Мелман. Марти, да? Вся ихняя банда. Класс. Африканская саванна, это самое, конечно, интересное для меня лично. Класс. Всем советую посетить. Да ты шо? Да. Зоопарк в Дублине. Всем советую посетить с детьми. Это просто эмоции. Эмоции через край. Класс. Вот они наши жирафы. Африканская саванна. Ух, красота. Да, а, то антилопы точно. Да, всех представителей, короче. Дружелюб, травоядные, которые, ты понял, чтобы они вместе, как говорится, гуляли, отдыхали, веселились. Не обижали друг друга, грубо говоря, так. Опа, вот табличка, да, жирафчики? Угу, африканская саванна. Так, выходим, так, поднимаемся вверх. Вау, лянь, как зебры. Близко вообще. Ого. Такие рожки, да. Не для шуток. Антилопы, реально, да, нет, могут себя защитить, прикинь. Эти кушают, лян, сено. Ням-ням. А, у них высоко вон, да, ляньте. Видите, специальные. Ляня, оп, жирафчик берет. Потому что им удобно поверху, они вниз не могут нагнуться. Класс. Да, ну вот сколько они от нас? Сколько метров? 7-6 от нас. Классно. Ощущение присутствия. Ну и жираф там, блин, жует он. Оп-оп-оп. Сейчас оп взял. Ага. Так они в какую полоску? Черную в белую или белую в черную? А? Черные полосы. Черный белый, да? Видишь, белый везде идет, а черные прорезы. Угу. Получается у нас черно-белые. Белые в черную полосу. А?
Белые? А, белые в черную полоску, точно. Все понятно. Да, жираф там лточит. Видишь, им специально сделано. Класс. Да не знаю, что это, знаю, что... Этот жираф просто класс. Глянь, второй идет. Да ты шо, ребята. Это серьезные типы, реально. Фу. Эти антилопы просто, ну... Ихние рога, это, ну... Серьезный движ. Они теперь вдвоем хавают. Класс. Фиолетовый язык. Сколько они метров? Три? Больше. Двухметровая шея только. Метра четыре, наверное. За ними классно наблюдать. Чего так нельзя было тигров сделать, ты понял, львов вот так вот, ну, угу. Чтобы выше было, поняла, чтобы можно было смотреть на них. Ну-ля-ля-ля, иди. Ля-ля-ля. У них какой-то любит. Ля-то. Так у него три рога. Ля-ля, он сейчас целую ветку же. Ты шо, маленький, ты шо? Да. У него лицо такое. Кабина у него, конечно, такая хорошая. Смотри, как он думает. Ебой. Попробуй оторвать веточку. Опа. Да у них подсветка какая. Там рядом. Да, да. Снимай. Чувак, бери. Не хочешь? Ро, возьми, что ты морозишься. Бумажку он хавает вообще. Кто-то кинул браслет. Да, вон ногу. Он съел пейпер. Оу, братишка, ты шо? Завтра будет... Прикинь, пейпер был. О, сюда иди. Снимай. Сюда иди. О, на, где сходил. На. Много деревца. Не хочешь. Мне деревья нравятся что-то. Да, иди, пошли. Шрать-то, что у них упало. Видишь, все классно. Эти снизу вируют это, а потом те хавают. Что упало? Ага. О, идет, идет. Босс, да. Он самый здоровый, да? Он что-то будет делать. Смотри, смотри. О, смотри. Да, видишь. О. Все разбегаются. Да.
смотри, смотри. Бери, это лучше, чем вкусно. Хорошо, мне кажется, они после этого не любят. Ребята, смотрите, носороги. Просто носороги. Я в шоке. Там жирафы, зебры. То есть это просто африканская саванна. Это лучший, конечно, комплекс в этом зоопарке. Это, конечно, бомба. Класс. Сейчас мы идем поближе, в ту сторону, чтобы его поближе увидеть, этого прекрасного носорожика. Оп. Да ты шо? Вот это типы лежат. Вот он маленький. Маленький носорожик, ну. Да ты шо, вот это да. Фу, класс. Вот это да. Да ты шо, ля, там махина. Что махина? Да ты шо. Ля, тут ля вообще. Вот это махина. Да я фоткаю. Смотри, он чухает себя. Как медведь, да, в дерево. Вот носороги тоже себя приводят в чувство с помощью дерева. Чухается помаленечку. Что-то у него там чухмарится. Так ты шо. Бубу. Бигбау. Живет горилла. Ну и деда горилла. Цветы красивые, то понятно, я вижу. Лопухи, ты такая, это не лопухи, это тоже какое-то прикольное растение, которое там из Африки привезено. Какие-то уточки. Вон она. Кто? Вон горилла. Где горилла? Ты не видишь? Нет, а где ты ее видишь? Вон она. Стоит просто на месте. А где именно? Приблизь. Там, где такое обрыхлое дерево. Вон, видишь? Нет. Тут? Нет, не на дереве. Вот тут? Да, вон, видишь? За кустами они там маленькие. Нет, не вижу, ладно, сейчас пойдем посмотрим. Так, здесь гориллы, ребята. Ну, как со львами и тиграми, что-то не ладится. Нету их. Не видно. Ау, ау. Я тебя найти хочу. Нету, где они? Я хочу видеть горилл, видите? Нужно стоять, ловить момент. Если не стоишь, то все. Нужно просто ловить момент. Потому что сейчас они где-то там лежат, отдыхают на чиле. На раскладушке, а мы здесь стоим их ждем. Ну ладно, сейчас немножко подождем, если словлю, то сниму для вас видосик. Все, давайте, поехали. Вот типа вольер, где они спят, гориллы, да, но их нет. Их типа выпустили на улице их тоже не видно, они где-то в кустах прячутся, короче, от нас, не хотят нам показываться на глаза. Печально, гориллы это очень интересно. Очень интересно, вот такие вот, ага, это... А их 4, да, тут? Вот 4 гориллы здесь. И нет, 5. И ни одного не видно, никого не видно. Никого нет. Их не 4, их 5. Так это вольер вот этих шимпанзе. Ну там один он спит, остальные где-то на улице тусуются. Ну, видите, он, да, еще и палец мокчет. Видите, сейчас я приближу этого парня. Вот он. Вот он, да, где-то красавчик. А ты что, вылитый я. Были-то я в молодости. А так они здесь, шимпанзе, прыгают, веселятся, короче, ночью спят. А днем их выпускают, чтобы они, короче, порезвились и их не видно, короче. Короче, ну все, летим дальше. Вот они, шимпанзе, вот так они выглядят, вот эти парни. Так, у нас тут утиные истории, тут протекает такой ручей и много разной живности, то есть лебедь, утки, какие-то черные пернатые, то есть непонятно, кто это, уточка, видите, оп-оп, черная какая-то,
Что такое черное, непонятно. Опа, хлеб, прям трепают. Ля-ля-ля-ля. Да ты шо? Да ты шо, видели вас чуть не... Хотел что-то вас взять, а вы его не покормили. Из носа остался. Ля-ля, и погнал, ля. Взял себе в хобот клюв. Так, и все, я пошел. До свидания. Ля-ля, они там. Да там ты шо, утиные битвы. Ля, они всякие, да. Уточки. Короче, такие вот уточки. Вот там, ля, стоп, ля, шимпанзе он. Вон, ля, на мосту кто-то сидит. Какой-то тип. Да шимпанзе. Ля, какой-то тип стоит. А кто это такое? Красножопая, красножопая. Я смотрю, кто смотрит. А, он хотел подойти, а... Быстро? Черные вот эти вот? Ага. Понятно. Кто? Ну, черные. А, черные? Куда левый взялся? Не знаю. Разная движуха. Фу, ты что, это маленький настоящий детеныш. Зародыш, да? Эмбриончик. Это все из слонов, их зубы. Из бивни делают всякие, кажется, приколюхи. Вон их хвост, че шо это, че это мамонты, че слоны, че кто это такие. Вообще непонятно, что это пронесется. Вот, гляньте. Ту-ту-ту-ту. Опа. Да ты шо, кто это? О, фига себе. Че это? Это походу мама или кто? За кто это? Вообще, ля, кто это такой? А? А, слон? Ля. И человек, глянь, прикинь, скелет человека. Вау. А это что тоже, глянь, это бивень, это мамонт. Смотрите. Это мамонт. Это же реальный мамонт. Я вам серьезно говорю. А это, глянь, засушенный, глянь, живой че шо? Че не? Кожа как будто, не? А это кто тут живет? А, это типа он хобот, типа. Типа как, ну, инсталляция сделана. Какие-то медведи старые. Да ты шо движ, гляньте, какой огромный скелет просто. Красота, вообще классно так сделали, то есть. О, смотри, здесь кто? Да какие-то медведи старинные. Уже не наша планета, их нету. Разные, да, исторические какие-то предметы, старые видео, описания. Вот их можно вот по потрогать. Вот там все это зубы, длинные. То есть интересно. Да, да. Я видел. Дикобраз, медведь какой-то. Так. Да, какая. Тут какие-то секретные. Оп. Что-то тут. Какой-то жук он. Оп. Оп. Такушка. Оп. Какая-то. Какая большая, не знаю, что это такое. Зуб. Клык чей-то. Очень интересно. Инсталляция. Прикольно сделано. Это двери. Светлое будущее. Что там? Я уже снимал какой-то мишка на севере. Это примат. Короче, как-то так. Короче, едем дальше. Да, это вообще тут тоже такая инсталляция, типа чучело. Вообще. Львы. Смотрите. Яйца. Бивни. Страус. Вот там различные животные. Вообще класс. То есть чучело из живых, да? Ну, то есть, ну, мертвых животных набитые. Там засушенные, заспиртованные, то есть. Какой-то павлин даже есть. Да. Черепа. Гляньте, эмбрионы. Просто, ну, жесть. Вам видно вообще. То есть пойдет. Вообще класс. Да, вообще класс.
это яйцо, не знаю, что. Чикен? В смысле, чикен, это у курицы обычно? Это вот фокс, да? Фоксик. Непонятно. Что? Так, вот продолжение. Они как живые все. Как живые пингвины. Пингвины Мадагаскар. Фазанчик. Такого добра у нас хватает. Зайцы. Вообще класс. Ёжик. Ёжик такой. Ну как живой прям вообще. Опа. Белочка. Белочки, да? Уточка. Ну конечно, вот, гляньте, смотрите. Просто, ну. Вообще огонь. Носорог. И скелет жирафа. Опа. Видно вам? Так ты что, пойдет. Вообще прикольный движ. Интересно посмотреть скелеты, знаете, это все поближе. А он. Он показывает мне, что он череп антилопы. С рогами огромными. Видите? Так ты что, внизу? Прикол вообще. Мощно, мощно. Так ты шо, класс. Смотрите, черепа вот. Человек вот. Видите, умные люди. Homo sapiens. Вот. Смотри, ну, да, папа, да. У меня совпадает. Вот видите, вот самый маленький череп, это череп, ну, Путина. У меня совпадает с рукой. Угу. Да. Смотри, живая черепаха. Ну да, сейчас полетит. Ой-ой-ой. Они острые. Да. Засушенная, да? Вон он, аргутан, аргутан. Это панцирь, а не череп. Это панциря. Вот такой раньше были палочники. Огромный, да, какой палочник. Нифига себе там. Палка-копалка. И аргутан тебе даже. Вау! Кабабанга! Вот это надо потрогать. Тихо. Да, стой. Вот такое, да, это? Видите, как носорог. Носорог, рох-рох идет. Вверху у нас эти такие вон. Розовый фламинго. Классно вообще. А ты что? Там, говорит, военный русский корабль. Иди. Да. Свинки Пеппы? Брат, ты шо? Фу. Так можно горлянку себе надорвать. Ты шо? Так, а шо там маленький? Бекончик, гляньте. Я еще не знаю, как. Лякой бекончик. Так ты шо, шашлындосик, глянь, какие ходят шашлычки. Хороший шашлычок, конечно. Это типа, короче, сделан, как бы, ну, семейная ферма, короче. Видите, там бараны эти, чи кто? Свинки. А дальше кто там? Вау. Да ты шо, опа, гляньте, утки. Утки, как у меня у бабушки были в Криворожье. В селе. Шо там, банда? Ну шо вы там, готовы уже, ну? Это же мои боевые утки. Ну шо, братья, готовы уже? А? Бомбить русню, а? Мои хорошие. Давайте, как будете готовы, давайте, жду месседжа. Да, давай, набирай меня. Every day, every night. Угу. Да, а вы как хотели, что тут нарисовано? А, ля, домики разные, скворечники разные. Прикольные, различные. Да ты шо? Вот это они разбегались. Запашок, конечно, здесь, mm-hmm. да, такой именно, как на ферме именно, то есть, ну, можно как бы, ну, можно и Эдика словить. Так, тут трактор, типа. Что-что? Корова Кэрри, а где она? А, в стойле спит. Понятно, корова Кэрри. Короче, тут как вот их дует, я так помню, что у меня какой-то аппарат, он... То есть вся процедура, как, ну, вообще на ферме все происходит. Не видно никакой коровы. А вон корова искусственная. Опа, мой залазит. Давай, седлай ее.
корову. Ты, ну что, давай, говори, ну что, поехали. Поехали. Светлое будущее, да? Так, ну что, ладно, поехали дальше. Это типа парк юрского периода здесь, типа. Смотрите, что тут есть, вот такой вот гипс есть. Да ты что, Терекс. Это просто, ну, пушечка. Вид просто огонь. Как его зовут? Ну, Рекс. Тиранозавр Рекс, все верно. Смотрите, скелет. Это вообще... Вот он. Вот он, какой он был в реале. Да ты что, монстр просто. Jurassic World. Ребята, рядом хвостище просто. Да ты шо, вот это да. Тут какие-то змеи. Какие-то змеи, ну. Класс вообще. Атмосферная тема. Там черепахи плавают. Что такое, что? Живые, говорю тебе, что живые. Так, какие таблички. Вот еще познавательные таблички. Снял, конечно, я вам не все, процентов, не знаю, 80, потому что не всегда хотелось снимать. Эти, как оказывается, змеи живые, они находятся на обозрении. Вот такая вот, какой-то, походу, питон, да, зеленый питон маленький еще, что растет. И вот. Давайте подойдем поближе лучше. Черенозавр бывает. Просто огонь вообще. Вообще класс. Так ты что? И там, глянь, какой-то гриш. Что это? Какой-то... Кто это такой? Грин. Лизард. Где они? Это какие-то типы. Скелет огромного. Крокодила или обычного, непонятно. Думаю, наверное, это какой-то крутой крокодил. Так. Ого. Гляньте. Скелет. Информейшн, аффилейшн. Различные тут. И тут, короче, что там, что тут надо? Кнопка. Ну, нажми кнопку. Опа, там где мучает змея такая? Где? Пошли нажмем кнопку. Древние черепахи огромные. Здесь маленький живой крокодил живет, я так понял. Его сюда не видно. Так, идем нажимать. Там он маленький какой-то. Тоже динозавр. То есть тут всего просто, я не знаю, тут лучшие исследователи, короче, этого мира, видите, да? Вот их, раньше вот такие были у них их рабочие офисы, да? Каминчик, все дела, все скромненько, по-обычному. И люди умели делать, как говорится, открывать открытия и удивлять целый мир. Просто удивлять целый мир, это обратно. Так, что там? Не ошибка? Понятно, сломали уже кто-то. Угу. Так, вот слоники. По второму кругу мы их нашли, они вышли из вольеров. Опа, обкидываются песочком. Жарко, походу, или что? Кушают, веселятся. Короче, куражатся слоники. То есть африканская саванна — это тот самый топ. То есть это их не на... Комплекс чисто африканский, самый классный тут, и слоны, и жирафы, и носороги, то есть зебры. Бегемоты есть, только мы их не увидели. Не знаю, где бегемоты, мы так и не поняли, где. Или он там где-то в этом, как его, в озере спрятался, да. Спрятался, но их, они могут долго сидеть там. А этот, наверное, разбушевался, что-то кидает, что-то там. Я на себя накидал, он на спину себе целую кучу песка, непонятно для чего. Короче, приезжайте, смотрите. Все очень интересно, позитивно. Видосов снял я много. Но не все до конца. То есть процентов только 80 я осветил.
На остальное просто сил не хватило. Как-то так. Так, ну что, все, мы вышли из прекрасного дублинского зоопарка. Бомба просто. Позитив, ребята. Снял я не все, что хотел, запланировал, потому что это нереально. Мы здесь ходили больше, наверное, 5 часов. Так что эмоций куча. Это классное место для семейного отдыха с детьми, да и просто, если вы пара. Реально, это класс. Вот тут какое-то расписание или цены. Вот я вам покажу, давайте, в конце пути, чтобы вы понимали. Вот они, цены, расписание. То есть приходите, не пожалеете этих денег. Эмоции просто нереальные, зашкаливают. Всем советую. Всех обнимаю, всем мирного неба. До связи.